Всем привет! Сегодня у нас будет очередной обзор на вторую мою Афину, которую я сделал недавно, только не на эту с Богом войны, а на Афину с воодушевлением. Сейчас расскажу, покажу вам что да как, зачем ее качать. Ну, во-первых, герой очень имбовый в плане урона, один из топовых дамагеров. Потому что она каждые 0,2 секунды в течение 5 секунд наносит в области урон, равный 270% от атаки. Ну так, чтобы вы себе представляли, это 25 ударов за 5 секунд. 5 ударов в секунду, очень круто. Но самый большой ее плюс, то что она восстанавливает дружественным героям по 52 энергии и также увеличивает скорость атаки на 60%. Где я ее использую? Я ее использую именно такую на защите в битве гильдий. Кто смотрит стримы, это видели, насколько меньше стали прохождения и насколько любителям минотавров стало сложнее проходить. Также она очень будет круто смотреться на волнах благодаря ей. Ну и команде с воодушевлением мы поставили, ну, насколько я знаю, это сегодня мировой рекорд со всех серверов 1.22.2. Причем мы не особо там заморачивались. Будем еще стараться побить этот рекорд. То есть для волн, для угольной армии очень топовый герой. Сейчас вам покажу ее сборочку и потестируем ее в рейде. Стоит у нее 5 сет живы. Артефакты тут поставил топор, но на битве гильдии у меня стоит все-таки кубок. Так, чары. Победный выпад стоит из-за того, что у меня основная это вот эта БВшная для PvP локаций. И собрана она, как обычно, уклонение, плюс один. Одни созвездия, ну там либо крит, либо жизнь, я, честно говоря, не заморачивался. Так, ну, побежали. Вот смотрите, против нас орнитоптер и стрелка, но она все равно заряжается. Надо было поставить ей, конечно, слоника сюда, но ладно. То есть большой плюс то, что она умеет очень быстрый набор на защите, на битве гильдии, да и в принципе во всех ПВЕшных локациях она будет очень быстро заряжать ваших героев. То есть фактически каждых 5 секунд. Если у вас выпало воодушевление, я бы посоветовал, наверное, ей и ворожаю поставить в первую очередь. Ей даже лучше поставить первой. Так, ну давайте потестируем ее. Не на этих локациях, не на рейдах, а она чисто такой герой, который создан именно в такой сборке для фарма. Давайте на волне, давайте волну R начнем. Она просто не будет их всех успевать убивать. Вот смотрите, они не успевают даже подбежать. Там сейчас, конечно, наверху зарядится. Благодаря тому, что у нее большая зона атаки и она автопрокер, это просто идеальный талант для нее. Но единственный вариант, если у вас есть уже там с бастом или с бывашкой прокачаны, потому что с бастом с БВ очень кайфово заходит на лабиринте. Ну вот и все. Волна 2.
Единственное, что сейчас может включиться где-то Атлант, и мы просто сольемся об его щит. Вот как это сейчас было. Видите, сколько мы потеряли жизни? Давай, тащи. Не, не затащит. Затащила. Круто, круто, круто. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, тащи. Вот так, ребята. Вот вам примерно, как она работает здесь. А теперь давайте поставим ей в помощь вот такого вот некроса. Ну, я не буду их особо там одевать. Вот такого ворожея. Тут у нас будет... Пусть будет такой вот снеговик. Анубис тоже с воодушевлением. Поставим давайте хранителя. Вот такая вот. Только не такого хранителя. Да, в принципе, без разницы. Ладно, пусть будет этот. И поехали. Попробуем волну Аджей. Пока не пройдем. Посмотрим вот просто в такой сборке, сколько у нас попыток и как мы будем убивать. Вот смотрите, герои с воодушевлением. Первая волна. Не успели даже подойти. Бигфут тоже, то есть она получается, вот она сработала, она сразу зарядила наших героев. Давайте сейчас посмотрим. Смотрите на шкалу энергии. Ай, не успели. Ну вот она опять полная. Ну вот волна J3 пройдена. J4. Ай-яй-яй-яй-яй. На чем это мы так слились? Скорее всего, на каком-то Атланте. Ладно, еще раз. Конечно, тут надо юнитов нанимать, для того, чтобы быстро все проходить. Да, жестко-жестко, видите, она даже просто убилась. Непонятно, ну, скорее всего, на ком-то отражалка стоит. Поэтому герои с воодушевлением об отражении убиваются очень быстро. Тем более у нас тут усиление идет от хранителя, усиление от ворожая. Но, как видите, очень быстро проходится все. Так, хорош, хорош, сработали. Вот мы дошли до пятой волны. И у нас еще куча построек. Самое основное на этих волнах, вот именно на Аджей, то, что у нас убивают здания очень быстро. Как видите, вот в такой вот сборке. Да, это что, она убилась? Ничего себе. Вот это жесткий, он жесткий, конечно. Интересно, интересно. У нас, конечно, от хила не сильно много. Жалко, Бигфут сейчас. Ну, я думаю, должны пройти. Сейчас Бигфут включится. Да, вот, пожалуйста. Пару попыток, и Аджей волна пройдена. И все это благодаря героям с воодушевлением. Как видите, у нас даже тут питомцев толком нет. Где ее еще применять? Ну, в PvP-локациях, скажем так, такой герой не особо подойдет в применении, потому что ему либо надо ставить ремку, если вы ему поставите ремку,
то все-таки лучше вместе с Ремкой Руном, если у вас есть там бог войны, бастион, там каменку ставят, это будет намного лучше. Такая именно сборка очень хорошо подходит для защиты и для фарма там волн, пришествия монстров, ну то есть таких локаций, которые там герои бегут к вам, они там рядом по режим и вас просто сразу бьют. Так как она дальник, она очень хорошо разносит на расстоянии. Ну, в принципе, вот такой вот обзорчик, что ей ставить хорошо. А победный выпад — это чисто атакующий вариант. Ослепление можно поставить для защиты. Очень хорошо будет тоже заходить. Можно проклятое поле для увеличения дамага. Ну, самым топовым, конечно, будет это раскаленный доспех, так как он даст ей дополнительно 25% жизни. Жизни у нее мало. Поэтому именно этот талантик будет топовым. Он для многих героев самый топовый. Все остальное, честно говоря, ей особо не надо. Можно еще поставить хранитель леса, но это тоже, это лишнее будет. Либо атакующий вариант победный выпад, либо вот доспех, который прибавит ей 25% жизни, и она будет больше стоять. По созвездиям, как всегда, уклонение. Я не ухожу от своего мнения, и как бы на практике это уже не раз доказано. Это бюджетный вариант. Если у вас нет возможности, ставьте крит сопротивления, ставьте жизнь. Это будет похуже, но все же лучше, чем там ставят крит урон, крит. Этому герою это не надо. Их самая тоже основная задача — это выжить чем подольше, потому что урона у нее и так с головой хватает. В принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте всегда первыми. Смотрите самые топовые обзоры героев, их сборочки. Всем пока.